Yeah, baby, yeah! Привет всем, всем здорово, здорово, здорово. Надеюсь, звук хороший, звук хороший. Поправим петличку. Ну что ж, с вами снова Александр Плейкин. Сегодня играем в игру Stray, 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 Stray. Будем гонять нашего кошака. Но я надеюсь, после сохранения оно сохранилось, и оно позволит продолжать игру с того самого момента, с которого мы закончили. Очень надеюсь. Так, отстроили звук. Начать игру. Ну, конечно. Мертвый город. Надеюсь, что да. Ну, 30 минут мы уже проиграли, вроде как. Вот. Это все еще мертвый город локация. Мы на ней пока что остановились. Не знаю, сколько там еще впереди локаций. Обзоры я не смотрю на строй и не смотрел. А вот, но хочется мне именно конкретно самому и это все дело и пройти. Так, взаимодействие. Берем на Q, взаимодействуем, берется какая-то... А, мы нажимаем кнопку, вентилятор перестает работать. Ага, очень интересно, очень любопытно. Теперь нам нужно прыгнуть сюда и, наверное, по батарее, вот по этой, по некой этой батарее. Угу, или нет, или туда, или сюда. А чё, куда делать, чё прыгать-то, куда нам? В конечном счете-то... А, все, прямо сюда залезаем, прямо сюда мы и спрыгиваем. Превосходно. Все, у него мявкнул, блядь. Вот, у него... Кстати, да, надо вспомнить... А, мяукать это левым альтом. Левым альтом, да. Ой! Короче, кот может беспределить реально. Тут прыгать, сносить все нахуй. А, ну... Прыгнем надо раковины. Через раковину вентиляшку. Вообще что-то удивительное. Пока что мне непонятное. Пусть играет музыка, да? Давайте пусть музыка поиграет. Так, по крайней мере, повеселее будет. А, отлично. Спрыгнули. Прыгнули и спрыгнули. Так, что тут у нас еще есть? Бутылки, которые нужно уронить. Обязательные банки. Так, это мы сделали, выполнили. Какой-то терминал, не знаю, что за терминал. О, нужна помощь, непонятно. Вот, чтобы вы понимали, вчера, ну, просто отвлечемся от всего, блять. Короче, я сильно очень отравился и очень сильно страдал, крайне очень сильно. Пишу кал. Вот, войдите в дверь, включить, найти тело. Вот, очень сильно отравился и очень сильно страдал вчера. Мне реально было плохо. Вот, и работал до кучи еще. Вот, и сегодня также аналогично я еду на работу. Вот, записываю данный ролик перед своей сменой. Ну, мягко говоря, это, конечно, полный пиздец. Вот. Но состояние вроде ничего. Бледноватый, наверное, все-таки, но ничего. Зато похудел, блядь. Минимум на 2 кг, блядь. Так, ну что в итоге? Дверь закрылась. Судя по всему, тут какая-то шарада в очередной раз, да? То есть тут надо какие-то рычажки нажать. Прыгнем на рычажок. Опа! Началась какая-то вообще курага непонятная. Терминал поехал, блядь. Туда, так, какие-то коды двоичные, троичные, угу. Так, взяли отсюда, а теперь надо запрыгнуть вот на этот столик, и я так понимаю, куда-то эту штуку приладить, нет, не сюда, нет, не сюда, на стул, вот сюда на стул, не зря стул здесь, собственно, стоит, так, мур, сбрасываем все нахуй. Так, нихуя непонятно. А как спрыгивать? Ой, слушай, мне как-то это жутко даже отчасти. Такие прыжки он делает, бля. О, ну пока что-то не ясно, что нужно сделать. Пока я хожу с этой хуетой. Давайте посмотрим, может быть здесь можно что-то сделать. Давайте сюда вот залезем. Нет, котяра определенно пока не сечет что-то делать. И я тоже, в принципе, вместе с ним. Попробуем еще раз нажать вот на это. Так. Угу.
Так, а там какие-то ключи, кстати, висят на гвоздях. Любопытно, любопытно. Так, а если про... Не-не-не-не-не-не-не, тут вся фишка в другом. На нее можно запрыгнуть, правильно? Соответственно, туда. Да? Так. Нет, она определенно нам нужна. А куда вот ее вставить? Вот сюда, что ли? Подождите-ка, одну секундочку. Где-то этих предохранителей не хватает, правильно? Ага, есть. Один, все, я понял. Тут, короче, предохранители по комнатам раскиданы вот эти. Их просто нужно типа туда, ну, вшпандорить. Я так понимаю, вот еще один. Аналогичным образом. Все, я теперь понял. Бля, не так-то здесь и просто, на самом деле, догадаться то, что от тебя требуется. Все-таки игра достаточно нестандартная. И я как олдскульщик такой прожженный. Ну, блядь, не иногда подтупливаю. Даже не иногда, а нормально так. Так, остался последний предохранитель. Нам нужно его найти. Где он может находиться? Интересно, где он может быть. Непонятно, где он может быть. Пока не ясно. Так, лампа. Лампа Аладдина, блядь. Да, интересно очень. Я пока не вижу предохранителя вообще ни одного. Ну, который прям явно. Где-то, может, на стеллажах, может, здесь. Может, и вот здесь прям где-то очевидно валяется, нет? Нет. А, вон он. Все, я нашел. Все, нашел. Нашел! Все, последний остался предохранитель. Вшпандорили. Теперь вроде как какая-то движуха начинается. Стена двинулась. Стена двинулась, и я двинулся, собственно, в эту стену. Какой-то саркофаг железный. Определенно тут любопытно становится. Да, давайте посмотрим, там какой-то челик сидит полусогнутый. Наверное, его надо запустить, я так понимаю. Прыгнем на его башку, прыгнем на саркофаг. Башка у него, короче, тупо отлетела. Мур-мяу, блядь. Скидываем нахуй эту коробку. О! Что-то там полезное выпало. Это что такое? Какая-то деталька. А давайте-ка починим этого хрена. Подождите-ка. Нет. Нет, давайте обратно. Нет, что-то тут не то. Что-то тут не то. Думай. Вот сюда, да? Я прав? Отлично. Короче, началась какая-то вообще тема непонятная. Какой-то дрон летающий, в общем, запустился, и что-то сейчас будет происходить. Интересно. Ебать, вот оно будущее, вот он киберпанк. Вот это, я понимаю, космические корабли вот скоро полетят в космос. В пространство, блин, межзвездное. B12. Как витаминчик, короче, B12. Шерстяной проверил его на этот. На. Ой, продолжить. Нажал что-то не то. Шерстяной. Давай, проверяй его. Давай, потыкай, чтобы он ожил, блядь. Короче, мохнатый охуел. У него теперь появился друг. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь называть меня B12, как написано на моем корпусе. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Базар, конечно.
Конечно, базар вообще. Пошли отсюда, следуй за мной. Все, табом завершаем всю эту всю дискуссию. Ага, этот ключ отпирает дверь, это я помню. А я чем, блядь, открывать буду? Лапками своими, блядь. Сейчас помогу. Прекрасно, потому что я иначе, ну, при всем своем... То есть тут я еще и дроном управляю. Прикиньте, батарея садится. Подойди сюда. Ну, куда сюда? Куда сюда? То куда, куда, куда? Чего там тянуть? Тебе придется это надеть. На базар. Давай, надеваем. Надел на меня какую-то хуету. Так. И что теперь? А, он типа заряжается в этой херне. B12. Чехольчик для дрона. И чё? Я теперь должен вот так вот ходить, как сука инвалид? Чё за... Ну? Всё? Он бегать-то будет вообще, нет? Или он будет вот так вот, ну, вот так вот ходить? Бля, хуя не угорает вообще, блядь, разработчик. Это рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Неудобно. Не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Замечательно. Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Ключи. Все прекрасно. То есть можно взять их, можно выйти. Легко и просто. Конечно. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. Отлично. Отлично. О, вроде забегал. Нормально. Ага, все. Все. Кстати, ну-ка. Остановить. Не знаю, что. Взаимодействие с дроном какое-то тут было, наверное, я так понимаю. В общем, выходим из этой двери. Ага, он съебался. Ага, дрон открывает все. Представляете? То есть открываем. Использовать предметы, открываем ключи, все, вышли превосходно. Бля, вообще на самом деле крутецкая игра. А, тут какие-то граффити, постапокалипсис, киберпанк. Это ли не прекрасно, это ли не чудесно? А какой нужен теперь использовать цифровой код? Какой? О! Фонарь! Да ну нах! Да ну нах! Чё, в натуре? Нихера себе! Ну вообще да, тут где-то должен быть шифр или ключ, я так понимаю, нарисованный. Попробуем. Ага, по пианино попрыгали. Так, вообще, контрольная точка последняя, не знаю, когда. Ну где? Код, ага, вот. Давайте смотрим. Код 3748. Ну, все элементарно. Я даже не сомневался, что тут будет. Что тут все это такое, собственно, и будет. Вот. 3, 7, 4, 8. Все, выходим. Все прекрасно, все просто потрясающе. О, а погода-то налаживается, и на улице тоже погода налаживается, и здесь. Здорово. Ух ты, ну и местечко. Тот лифт вдали, думаю, он важен. Я тоже думаю. Дальше что будем делать? Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Так. Ну, короче, поехали. Еху. Погнали, погнали, погнали. Блин, жаль, нельзя прокатиться еще раз. Это прям было круто. Короче, ведро улетело обратно. Да, какие, бля, не... Короче, как канатная дорога, бля, такая своеобразная. Нормально. Вот единственное, что мне не нравится, что эта игра так маленечко под это поддупливает. Так, погоди, я помню, аутсайд. А, какой аутсайд? Такое ощущение, что я был там раньше, ты оттуда пришел. Да, да. Из зеленого края, где мои катаны, братаны-катаны. А я кому-то обещал туда пойти, но кому? Да мне, ёпты.
Эта открытка, рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Очень интересно, конечно. Это очень любопытно. Так. Полученного предмета открытка. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Отлично. Мне, короче, мне надо озвучивать двумя голосами. Ага, восстановлено новое воспоминание. Отлично. Так, сюда мы зайти не можем. Вообще там какая-то непонятная тема. Дрон пока убрался ко мне в мою эту телогрейку, в тужурку, в эту, блядь, или железную. Так, ну все, в принципе, что тут. Будем смотреть дальше. Внизу, мне кажется, внизу. Не, подожди. Контрольная точка. Угу. Короче, контрольная точка уже пройдена. Уже пройдена. И я думаю, что... Ой. Думаю, что сейчас мы дойдем до некого еще, возможно, местечка. И там нам надо будет уже сохраниться. О-о-о-о. Короче, это ублюдки вот те самые. Те самые уёбки. Ой! Ой-я! Все. Ой, бля. Бля, я не был готов к этому. Бля. Прикиньте. Мне надо было лому дать, а мохнатый завтыкал. И пока я тут разглагольствовал, меня, ну, прям вот маленечко вот. Ну, так вот, чуть-чуть. Бля, слушайте, мне скоро уже на работу надо. Вот, а я тут сижу, записываю какие-то, понимаете ли... Загрузка идет, он урчит, да, когда загружается. Короче, давайте попробуем еще раз. Вот. Что из этого дела получится. Эти уебки, они сразу же оживились. Они увидели, что я тут. Вот. И давай. Давай, короче. Ебаный рот. Ой. Ой. Бля. Все, они мне сейчас... Ой-ой-ой. А куда там бежать-то? Вправо, влево, влево, вправо. Короче, давайте все, забили. Следующий выпуск будет буквально скоро. До новых встреч.